Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ, и сегодня я делаю обзор вот по такой вкусняшке Kinder Surprise. И сегодня у нас новая серия, которая так и называется Kinder Surprise, но тут профессия вот такого киндера нашего шоколадного любимого. Тут написано, еще другие игрушки могут попадаться там. Давайте его будем открывать уже. И нам попалась фигурка из коллекции, наверное. Сейчас откроем. И да, нам попался, ой, вот такой вот киндер. Вроде полицейский какой-то, что ли. И он что-то держит у себя вот в руке, вроде бы как-то. Сейчас мы посмотрим, вкладыш тут есть. Вот такой киндер. Так, вот вкладыш вот нашего киндера. Ой, и тут еще наклеечки у нас есть. Так, давайте же мы эти наклейки наклеим, чтобы у нас был красивый киндер вот этот. Сейчас, пусть стоит киндер пока что. Так, возьмем одну красненькую. Наклеим вот так вот красненькую. И зелененькую. Так. Это у нас гаишник такой полицейский, можно, ну, как бы сказать, останавливает машины и дает им дорогу. Вот так вот делает там. Сейчас попробуем одеть это на ручку ему как-то вот так вот это. Вот он вот так вот это держит. Как бы вот так, стоп, а это можно ехать. Вот. Такой красивый киндер. В коллекции еще есть другие киндеры. Вот тут на листочке. У меня указано. Вот. Здесь есть повар, доктор, пожарный. Наверное, какой-нибудь садовод космический. Вот с кисточкой. Художник вот такой, ну вот мой, конечно же. И, наверное, вот это на рыбалке ходит там. Вот такая хорошая коллекция. Советую покупать такие игрушки, очень хорошие. Вот такие хорошенькие. Пока вы были на телеканале Тыковка ТВ, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока!